Исламское государство распространило видеозапись с угрозами в адрес России. Об этом сообщило информагентство Рейтер со ссылкой на сайт, занимающийся мониторингом деятельности террористических организаций. Русскоязычное видео обнародовал официальный медиаресурс Исламского государства «Хаят Медиа Центр». На видео звучат угрозы о скорых атаках в связи с российскими авиаударами в Сирии. Как заявили в Кремле, подобным изучением видеоролика займутся спецслужбы.